думаю, этот конкурс для меня даст большой разгон и большой опыт, потому что я заканчиваю музыкальную школу, я в 7 классе, и у меня в мае будут госэкзамены. И вот этот конкурс мне даст как бы большой старт, чтобы на экзамене было легче играть. Я учусь в 3-й детской музыкальной школе. Что ты будешь здесь сегодня исполнять? Органную прелюдию ре минор Иоганн Себастьян Бах. Для тебя этот конкурс что даст? Новые познания, интерес новые. Потому что он мне больше всего нравится. Хоть и остальные инструменты тоже красивые, но он мне больше всего нравится. Чем он тебя заинтересовал? Звуком? Именно вот звук сам, игра на нем. Мне вот это очень интересно. Сегодня в школе искусств проходит конкурс «Музыкант», 52-й конкурс народников. Очень радостно, что все-таки наша республика обратила внимание, так как этот конкурс не проводился уже около 5 лет. Наш первый конкурс проходит в детской школе искусств. Я являюсь его директором, Виолетта Иркеновна Акчулакова. Очень рада, что так много заявок, потому что все городские школы приняли огромное-огромное участие. Профессиональные музыканты, жюри очень профессионально, все лауреаты международных конкурсов, преподаватели музыкального колледжа, артисты филармонии. Конкурс очень профессиональный, 175 учащихся, включая ансамбли и оркестры, которые сегодня представлены, вы их уже слышали, для юного музыканта. Это очень-очень большой подарок. Почему? Развитие профессионализма – это в первую очередь развитие желания играть. Ну и, конечно же, мы детей забираем с улицы, это наша основная задача. Меня 7 лет. На каком ты инструменте играешь? Я играю аккордеон.